команды поменялись лигами. Я думаю, Енисей должен быть в РПЛ, а Локомотив в НЛ. Енисей выглядел по всем, наверное, параметрам лучше, но только вратарь Локомотива спас от 8-7-0, я, мне кажется. Ну, жуткое зрелище. Жутко? Да, если по футбольному, это очень не просто смотреть. Как тебе центр обороны? Нет, мне вообще не понравилось вообще все в Локомотиве, кроме Жемальдинова и вратаря. Баринов, ну, втроем не играет в футбол. А я бы больше бы сейчас дал бы интервью по Енисею. Енисей точно не занимает, не должен занимать, мне сказали, 9-е место в ФНЛ. Они должны точно бороться за, грубо говоря, четверку. И за, они, ребята, все мастеровитые, которые показали, что они, ну, на сегодняшний день они на голову сильнее Локомотива.